Здравствуйте, уважаемые зрители, дорогие подписчики. Продолжаем проходить третий Диабло. Наша Луиза снова рвется в бой. И за кадром, как я и говорил, я немножко прокачался, получил новый уровень. В целом я ничего не менял. У нас открылась калмазной кожи, хрустальный панцирь, руна, максимальное количество поглощаемого урона увеличивается. И вот у нас открылось новое умение. Чары, ледяной доспех. Кстати, не все написано, он написано, что просто эффект окоченения, но смысл в том, что действует он постоянно, в течение 2 минут, то есть очень такой, и затраты 25 вниз, как видите, кулдан очень короткий. Но, в принципе, он и не нужен, 2 минуты действует, и мы можем спокойно бегать. Кроме того, при ударе враги не просто замедляются, иногда на них срабатывает эффект... кольца холода, и они просто замерзают на несколько секунд, что вообще просто супер. Так что в плане оборонительных способностей мы теперь стали еще сильнее. Из инвентаря я, по-моему, ничего не менял, только разве что кольцо. А нет, я его так и не поменял, выпало одно колечко, но я не стал его брать. В общем, я покачался в как там они, гниющие леса, кажется. Там я ничего не нашел. Там все как по-прежнему, последнее пристанище воинов и склеп. А вот тут это мемориальная доска. И сколько бы раз сюда не приходил, там все на месте. Так и остается. Но! Вспомните гнилые поля. Мы там были целых 2 раза, у нас были разные события, и угадайте что? Я пришел сюда в 3-й раз. И мало того, что, во-первых, я нашел дневник негодяя. После долгих поисков я, наконец, нащупал верную нить. Рядом с новым Тристрамом живет семейство, которому досталась ценная реликвия. Эти простаки даже не знают, что с ней делать. Зато я знаю, что делать с их дочерью, чтобы заполучить это сокровище. Вот, это раз. Оно находится, как видите, по пути к ферме. Вот прямо здесь лежала сумка и выпала дневник. Кроме того, сейчас мне теперь это найти надо. Я уверен, что здесь должно быть событие новое. Поэтому я решил начать запись, собственно. Где вот только оно находится? Это не пещера, а... Так, мне теперь это найти надо. Черт знает где. Кажется, где-то здесь. Нет. Это пещера... где мы нашли звезду. Так, где же была та штука-то? Так, я шел и попал. Помню, что она должна быть рядом от этого дневника, но я не помню где. Что здесь все так похоже. Так, наверное, вот здесь где-то. Ну-ка. Так, да-да-да-да, подожди. Опа. Откуда вы повылазили-то все? Видели, они замораживаются на месте. Как при помощи морозного круга этого, кольца холода, вернее. Так, нет, это я иду, я знаю, куда я иду. Там другое событие. Ну ладно, давайте сначала начнем тогда с него. Где же было то? Может где-то вот здесь? Ладно. Вот здесь, наверное, что-то есть. Доброшенная ферма. Сдается мне, что здесь может быть что-то. Что-то интересненькое. А, так вот оно и было. Опа. Нужно подождать. А вот и вожак стаи. Мы с женой часами прятались тут от падальщиков. Думаю, она захочет сама тебя поблагодарить за помощь. Дорогая, у нас гости. Ну, пошли. Дорогая, эта отважная незнакомка спасла нашу ферму. Это твоя жена? Она
неважно выглядит. В последнее время ей что-то не здоровится, но моя любовь исцелит ее. По крайней мере, хуже ей уже не станет. О, уснула. Уснула. Чувак, ты... Моя жена больше не помогает мне в поле. Ты, чувак, совсем тронулся, походу, головой. В этих пустошах сейчас неспокойно. Здесь на многие мили окрест никого нет. Моя жена испугана до смерти. Ночью в этом подвале околеть можно. Холодно, как у могилы. Помню нашу с женой первую встречу. Я сразу лишился покоя. А она потеряла голову. Перестань. Да, потеряла голову. Я всего этого не только своим трудом добился. Делами заправляет моя жена. Уж у нее-то есть голова на плечах. Правда? Голова на плечах. Я всего этого не только своим трудом добился. Делами заправляет моя жена. Это я понял. Я всего этого не только... Больше он ничего не скажет смешного. Да уж. Ну, как видите, это не то чтобы прямо событие, но момент такой забавный. О, корова лопнула. Ну, сколько всего тут. Ну-ка. Чувак, конечно, голова на плечах, это они классно придумали. Вот, это было, собственно... Да, это оно и было, это событие. А потом... А, мне казалось, я еще что-то нашел. Сейчас вот проверю это место, или это то же самое и было. Просто я с другой стороны подходил тогда, когда бродил по кругу. Я просто специально не шел, чтобы случайно... Событие не началось, но, как видите, оно начинается, если тронуть труп этого животного. Там, по-моему, ничего. Да, это просто логово опять падальщиков первого уровня. В смысле, первый уровень. Мы там были, и там ничего такого нет. Ну-ка, сейчас... Нет, значит, это все-таки оно и было. Ладно, так. Возвращаемся тогда в город, что ли? Так, давайте-ка посмотрим. Предметы у тебя какой? 11.6. Это будет получше, отдай мне свой арбалет. Держи. В ордене мне никогда не простят того, что я связался с вором. Могу поспорить, они вообще мало что прощают. В любом случае, я не набиваюсь к тебе в друзья. И пробовать не стоит. Да, разговор у них забавный. Так, нет, просто дай мне разобрать все эти синие предметы. Что ж, нам... Как пастырь бдит свое стадо. Нужно выдвигаться к Магде потихоньку. Те пещеры. Так, отсюда. Так, одну секунду. Так, я извиняюсь, продолжаем. Я сгонял в ту все-таки пещеру, проверил, там действительно ничего нету в этих гнилых полях. Гиблых полях. Я уже путаюсь. Так, и решил поговорить с купцом. Мы потеряли Декарда Каина. Мир жесток. Его жизнь никогда не была беззаботной, а он дал нам так много. Я сделаю все, чтобы Магда и ее культ заплатили за смерть Декарда. Даже если так сейчас страдаем мы, ты только посмотри на Лию, бедняжка. Что же ты сделаешь с сектантами, чтобы они страдали больше, чем она? Я что-нибудь придумаю. Они у меня так легко не отделываются. Это, конечно, он прав. Ее страдания никакая месть не сгладит. Что ж, но нам все равно нужно как минимум спасти того бедного незнакомца.
Из Виргила бедного до сих пор что-то выпадает. Там сейчас все рухнет, по-моему, тут же горит эта церковь. Ребят, вы до сих пор ее не потушили? Зря. В городе ничего нового не появилось, каких-нибудь записей, может. Давайте-ка пройдемся. Посмотримся. Тут, когда я на паузу поставил, я время не остановил, и теперь... О! Когда Закарум направил меня сюда, я решил, что эта деревня — тихое и спокойное место. Я даже воспринял свое назначение с некоторым облегчением. Умиротворение сельской жизни должно было уберечь меня от соблазнов, которым поддавались даже более стойкие, чем я. Однако все переменилось после бедствия, поразившего собор Тристрама. Нет, назад мне не нужно. Чертовы сектанты, весь город из-за вас пострадал. Столько людей погибло. Просто так. Ну что ж, Магда, я иду за тобой. Черт возьми, а. Чтобы расплатиться за все. И остановить это безумие. Так. Да, мы выходим-то. Здесь тоже куча трупов. Пещера мне туда. Торговец в таком месте. Здравствуй, странница. У меня ты можешь купить зелье и красители по сходной цене. Хочешь взглянуть? Кстати, можешь мне помочь? Там какой-то сумасшедший у пещер шляется. Попросил меня сварить для него эликсир, от которого кровь становится сладкой. Представляешь? Отнесешь ему это зелье? Так ты сварил для него такой эликсир, ничего себе. Так, зелье мне пока не нужно. Мне пока этих хватит. А что это за краска? Так, чудесное тесто средство, которое удаляет пятна, справляется с гнилью и имеет прекрасный вкус. Как раз то, что нужно растениям. Осторожно, ни в коем случае не пить. Одежда? Я могу изменять цвет одежды, что ли, при помощи всех этих штук? Исчезающая? Делать невидимым предмет одежды. Так, возвращает предмет одежды в изначальный цвет. Весеннее меняет. Ярко-зеленый, да? То есть, если я куплю... Как оно работает? Сейчас. Хочу посмотреть. Чтобы активировать. О. Такая серебряная шляпа получается. Ну, кстати, оставлю. Ну, просто так, для прикола скорее. Ладно. Нам тут не до раскрасок. О, туда упало, что ли, это самое? Часть осколка. Которую выловили рыбаки Вортема. Ну и где-то сумасшедший тут. Зачем ему этот эликсир, чтобы кровь стала вкуснее? Что за бред? Так, это ты? Алхимик сказал, что тебе нужно это зелье. О, прекрасно! Теперь госпожа примет меня. И моя кровь будет петь в унисон с ее кровью. Моя королева поет для меня. Ее напевы льются из глубин. Моя королева поет для меня. Ладно, это я понял. Больше ничего. Что за королева? О которой он говорил, я не знаю. Но чувствуется, мы встретим ее в этой
Что, паутина, коконы? Хотите сказать, что здесь... А, только не пауки. А, черт. Да, пауки. Вездесущие пауки? Одни из древнейших созданий этого мира, которые быстро приспосабливаются к новым условиям обитания. К несчастью, пауки очень восприимчивы к магии. Поддавшись магическому воздействию, они значительно увеличиваются в размерах и даже получают способность самостоятельно использовать заклинания. Избегайте затененных уголков, чтобы случайно не столкнуться с этими существами. Так. Сбегайте, говоришь. А мы идем в самые... Упс, как-то сопротивно. Эти яйца. О, паучок. Вот тебе. Хотя ты-то... Нет, ты-то безобидный по сравнению со всеми остальными этими тварями. Так. Ладно. Опа. Плюемся паутиной. Записки. Когда-то я был одним из них. Серым, неприметным. И вот однажды я услышал голос, открывший мне мое предназначение, мое призвание — убивать всех, кто осмелится потревожить госпожу и темные силы, что ее сотворили. Я избранный! Ты не избранный, ты спятивший. Так, что-то я... Разве я этот сундук не трогал? Жертва в коконе. А с жертвом ничего не остается. Опа. Это большая уже штука. Штуковина. Давай уходи отсюда. Падай вниз. Ну ладно. Хочешь падать, не надо. Ой. Да. Паучата могут показаться безобидными. Но само их присутствие должно насторожить путника. Ибо мелких паучат всегда сопровождает паучиха. Взрослые пауки усердно охраняют свое потомство. Да и сами паучата обладают ненасытным аппетитом и готовы наброситься на попавшего в ловушку странника. Спасибо, что предупредили. Так, нет. Кажется, мне что нам туда. Пойдемте-ка пока вниз. Я так предполагаю, что нам туда, потому что там это... как она называется? Там? Ну, вот эта башенка, которая дает нам какой-то баф. То есть усиление. Да, я был прав. Дойдя сюда, мы бы увидели, что... Опа! Все-таки отсюда могут эти гады вылупляться. Из этих чертовых кладок. По крайней мере, из отдельно стоящих, походу, могут. Надо быть поаккуратней. Это я забываю включать этот щит. Тут 25 к скорости атаки. Хорошо. Ого, сколько тут. Только посмотрите, тут все в этих яйцах. Паучек. Представляете, что будет, когда... Так. Когда это вылупится. Мне не хватает энергии. Когда это все начнет вылупляться, это же будет просто кошмар. Так, ничего полезного. По крайней мере, для нашего класса точно. Луиза у нас не пользуется такими вещами.
темно, тут ничего не понятно, куда идти. А где ты? Опа. Гадость. Какая же, а? Опа. Замедляет даже когда... Когда уже промахнулась, все равно проходить по ней нельзя. По этой паутине. Не, ну логично. Она все равно липкая. А, как представлю. Ну, прикиньте, если бы существовали такие огроменные пауки, да? И вот так вот бы плевались паутины, это же просто капец. Так, ладно. Возможно, мне стоило туда заглянуть все-таки. Вы тут что делаете? Пауки вас что, не трогают, что ли? Ха-ха, я тоже замедлять могу. Не ожидал? Отсюда кто-то выйдет, явно. Нет? Да. Из отдельно стоящих они выскакивают. Так, ну. Вот и думай, куда мне. Ладно, давайте вернемся, заглянем туда. Здесь колонны, к сожалению, не разрушаются. Обидно. А вот и мама пришла. Да сколько вас тут? Гадость какая, а? Хорош вылупляться уже. Нужно подождать. Иногда я сама себя восхищаю. Уже знавайся, Луиза, пока рано. Но всего-то какого там? 14 уровня. О, новое здоровье. А, слабое опять попадается. Я его уже продал. Слабое. Аптечки. Так, а... Нет, мне ничего не надо. Что ж, куда-то мы все углубляемся, углубляемся. Кажется, я понимаю, о какой королеве шла речь. Видимо, этот отшельник говорил о королеве пауков. Странно, что он нас пропустил, он в своем дневнике же написал, что он должен ее оберегать. Но, видимо, мы не показались ему достаточно опасными, чтобы защищать от нас королеву. Очень зря. Очень зря. Давайте, выпляйтесь.
Я с этой королевой собираюсь расправиться. Потому что я уверен, она встанет у нас на пути. А, ну собственно, вот мы вернулись на то место. Значит, я правильно пошел назад. Опа. Какая махина из тени. Прикиньте, такое идете, идете, вдруг такая махина из тени. Ух. Это просто умереть, не встать на месте сразу. Так, тьма тьмущая. Тут этих, блин, коконов просто кошмар, а? И все они шевелятся еще. Ва. Ого. Вот это нам тут накидало. И опять все не по нашей части, да? Опять все. Варвар, варвар. Остальное все неинтересно. Разорванное письмо. Советник Иман, самое важное сейчас — обезопасить замок от тристрамских изменников. Выход из пещер, находящихся к востоку от него, расположен слишком близко к моим владениям. Надо сделать так, чтобы через них никто не мог пройти. Как мне известно, архиепископ Лазарь научился подчинять пауков своей воле. Это может оказаться полезным. Ага, то есть вы специально здесь всех этих пауков развели. Ну это все действие Диабло на разум бедного Леорика. Так, секундочку, а что у нас со временем-то? Так. Ладно, продолжаем. Пока времени нам более-менее хватает. Гады такие замедлили меня. Ну что, королева? О. Ну как вам это? Ты не королева. Но очень похоже. Давайте отойдем в сторонку сюда. Здесь ничего. Так, а если сюда? Давай, углубляйся. Нравится? Нет? Гвардейцы, с болью в сердце я вынужден признать, что наш король полностью утратил рассудок. Он повелел заполнить пещеры отвратительными творениями Лазаря и отказывается прислушиваться чьим-либо советам. Возможно, в этих местах некогда жили легендарные древние. И вот теперь нам приказано осквернить это место. Кто-то там был в здравом рассудке.
Так, тихо. Что у нас новенького? Электрошок. Цепную молнию, поражающую до 3 противников. Интересно. Это вместо шокового разряда, да? Давайте посмотрим, каково. Так, а луч повышает эффективность. Урон по цели увеличивается в зависимости от времени воздействия на нее морозного луча. Давайте посмотрим, как будет с этим. О, ударная волна, расстояние, на которое человек отбрасывает противник, увеличивается. Кроме того, теперь пораженные противники оглушаются. Вот, вообще супер. Хорошо. Ого, далеко бьет. При этом расхода мана никакого, да? Поражающий до 3 противников. Ну, давайте сейчас посмотрим. Морозный луч теперь немножко как-то светится. Вас ничто не спасет! Ну, сложно сказать, ну-ка. Ну, не знаю, честно сказать. Еще не понял насчет... Ну, давай. Ну, замедляет он, в принципе, достаточно сильно. По-прежнему. С лучом вроде все еще более-менее нормально. Так, стоп. Да, я не туда пошел. Вернее, тут мы уже все обошли. Да? Да. Ну, с этими молниями до конца я что-то не оценил. Моя госпожа приняла меня. Подойди и почувствуй ее ласковые объятия. Не хотела бы я повстречаться с твоей госпожой. Черт. Так, меня сейчас убьют нафиг. Мне не хватает энергии. Ты издеваешься? Сейчас не хватает энергии? Нужно подождать. Фух. Чуть не убились уже, серьезно, а? Не, ребята. Без моих шоковых разрядов мне тут делать нечего. А из него действительно вылупился, блин, паук. Какая гадость. Как я и говорил, он говорил... Извиняюсь за тавтологию. Он говорил как раз о госпоже... о главной паучихе. Черт! Я реально сейчас испугался, что погибнем. Меня все к месту приковали, а... Каст закончился. То есть, на кой черт я использовал во время того, как... Ладно. Я зачем-то несколько раз использовал ледяной доспех. Хотя он длится и так 2 минуты, и у меня еще было полно времени. Я зачем-то его скастовал, он же стоит, я забыл, что он 25 магической энергии целых. Так, ну и вот эти... Это невозможно. Продай. Возможно. Вскоре всех нас может настигнуть. Фуф. Вот вам и напряженный момент. Чуть-чуть неосторожно себя повел, дал себя окружить. И вуаля. Покой королевы Араны. Она высасывает внутренности своих жертв. О нет, нет, слишком поздно. Она уже близко. Убей паучью королеву! Паучью королеву? О, добрый день. Ничего себе, ты крепкая. Так, ладно. Мне не хватает энергии. Да, она убежала.
Так, подлечились. Подходи ко мне. Мне нужна энергия. Так, а это еще что? Ядовитые какие-то дыры? Так, спокойно. Меня. Еще рано. Фух. Долго же она. В смысле, много же она урона выдержала. То ли я такой слабый. Говорят, что незадолго до смерти архиепископ Лазы экспериментировал с группой необычайно крупных пауков. И многие из его прислужников тогда бесследно исчезли. Пещеры возле замка стали обителью безмолвного ужаса. Их облюбовала гигантская паучиха, и многие пауки потянулись вслед за своей предводительницей. С тех пор ни один смельчак, отважившийся исследовать эти пещеры, не вернулся назад. Понятно. Ну что ж, к сожалению, нам попались два целых редких предмета, но они не для нашего класса. Так, яд паучьей королевы, зачем он мне? Спасибо. А теперь помоги мне выбраться из этого ужасного места. Прошу тебя. Ладно. Сказал я и пошел в другую сторону. Нет, нам больше некуда идти. Что ж, с королевой мы разобрались. Кто ты такая? Должна признаться, что я чувствую себя довольно глупо. И как меня угораздило. Не сочти меня неблагодарной, но ты что здесь делаешь? Я разыскиваю человека, которого схватили сектанты. Сектанты? Я видела, как они кого-то волокли в замок Леорика. Может быть, того самого человека, который тебе нужен. Но добраться туда непростая задача. Не могу сказать, что горжусь таким поступком, но я украла у могущественного шамана Хазра посох. Козлоногие разозлились, преследовали меня, и единственным выходом было попытаться спрятаться в пещерах. Этот посох остался в моей тележке на Высокогорье. Если отыщешь его и пойдешь с ним к заграждению, которое построили Хазра, тебя точно пропустят. Ну, я надеюсь. Ну, если не пропустят, мы разнесем к чертям это заграждение с нашей-то магией. Что ж, опять, насколько я помню, у нас тут большая карта будет. Типа как гиблых полей. По типу гиблых полей. Добрый день. Новые враги уже нас встречают. Не, все-таки, наверное, пока оставлю себе электрошок. И такой морозный луч. Да, такой морозный луч мне сойдет. Так, откуда вы все вылезаете? Кстати, новая запись. Тленный мотылек – необычный феномен. Для насекомого он обладает гигантскими размерами и каким-то образом бьет своего противника током при нападении. Именно по этой причине множество именитых исследователей природы погибло при попытке поближе рассмотреть это существо. Полагаю, не следует повторять их ошибку.
Понятно. Током, значит, бьет как-то мы. Сколько вас тут гадов, а? Развелось. О, магическая сфера. 800 при убийстве. Это тоже для нас. Только причем для нас, да, по-моему, ограничение для чародеев. Прикольно так с книжкой ходить, но я не хочу терять столько урона и живучесть. А, нет, наоборот, я получаю много урона. Стоп. А, ну да, 3-4, 8 золота при убийстве. Но я теряю 5 живучести. То есть 626 у нас. 576. Но зато целых 5,8 урона. Может, все-таки так походить? Хотя я уже пару раз чуть не погиб тут. Даже не знаю. Так, стоп. Ну, давайте пока походим. Походим пока так. Да, я знаю. Но разбирать тебя пока не буду, оставлю. Вот так положим вас. Есть у меня пара новых. Ой, нету. Вскоре всех. Так, ничего новенького нету. Нет, у вас тоже нету. Сейчас проверим ее дневник. И в принципе на этом серию, я думаю, можно завершать. Ангелы! Что за чушь? Нет новых дневников, ничего, к сожалению, больше нового. Знаешь, почему я скучаю по Декарду? Он бывало сидел за тем столом, слушал, как мы ругаемся, и только улыбался, словно знал истину. Да уж, без него как раньше уже не будет. Боюсь, что без Декарда Каина и его мудрых советов этот город долго не протянет. Поверить не могу, что Декард Каин мертв. Что теперь делать Лии? Что ж. Так. Что я хотел проверить? Ну, в принципе, да, я думаю, на этом мы серию завершаем. Время, я смотрю, учитывая еще, что я не запомнил, сколько тогда прошло. Тогда минут 10 прошло, как раз, я думаю, для серии будет достаточно. Спасибо, что смотрели, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, и увидимся с вами в других похождениях нашей бравой Луизы. Спасибо, что смотрели, и всего хорошего. Пока-пока-пока.